Доброе утро, друзья. Я сегодня в 4 проснулась, и все, сон пронесон. Надо идти виноград обрабатывать. Деревья тоже обрабатывают, персики. И когда вышла в огород, где-то 4:30, такой розовый закат был. Так красиво было. А сейчас просто вот желтенько. Пока поливала, я там розы тоже обработала. Михалыч проснулся, пришел мне помогать. Чё, говорит, ни свет, ни заря. Не спишь. А вот не спишь. Раз не успела вчера. А вчера почему поливать начала помидоры, вот эти перец все высаженное? Потому что увидела, что в конце дня все такое завязшее стоит. Жара вчера была вообще резкая, может, поэтому так все у меня прям попадало. Сейчас ничего, вроде бодрячком все стоит. Вот Михалыч поливает. Показывай наш утятник. Михалыч кое-как успел до планерки. Уже бегом-бегом, я им помогала, прям бегом уже. Доделывали вот эту, дошивали, вырезали. Использовали панели с потолка, с прихожей, с кухни. В прихожей там новые будем делать, потолок и новые стены. Поэтому говорю, ладно, не жалей. И не успел он сделать вертушку. И не успел крышу сделать. И я принесла, пока временно вот так стекло постелила. Вот оно. Это дверца от серванта там у него в гараже стоит. Все. А так готов. Я считаю, что очень даже симпатичный получился сарайчик. Хвалю Михалыча. Ну и не так долго он делал его. В принципе, 3 дня, наверное, получилось. Не 3 дня, там по несколько часов 3 раза. Все, осталось крышу доделать, но сегодня доделает после работы. И вертушечку сделает. Не вертушку, а такой замочек. Все, уточки у нас новоселье будут справлять. Кто здесь живет? Я живу. Я пока тут мешок принесла. Давай раскидывать солому. Слышу, кто-то кряхтит. Приперла мешок с соломой. А он так-то тяжелый. Поругала ее. Она говорит, ну я же тебе хотела помочь. Если честно, это было тяжело. Да, конечно, тяжело. Тебе нельзя такие вещи поднимать. Молодец какая. Да, побольше. Сейчас я прям мешок высыплю туда, ладно? Вот так мы с Полей устроили утятник. Облагородили его, так скажем. Тазичек с водичкой. Поля говорит, им надо какое-то озерцо уточкам. Я говорю, ну вот им будет желтое озерцо, да? Тазички. И хотела кормушку наполнить комбикормом вон ту. Ну и сюда ее поставить. А она вся гуляет, ее, видимо, прибивать надо. Но она маленькая. Поэтому поставила кастрюлю. О, какая холодная. Холодная? Кастрюльку. Ну, посмотрим. Потом тазик побольше, как будут побольше уточки. Так что все пучком, да, Поля? Ходит, поливает, песенки поет.
Ты умничка. В конце концов. У нас капуста жареная. А ты что, скачешь? Деда встречала. Понятно. Ну, папа! Взял, брызнул. Ну, какой, а? Не-не, головой так не надо. Ну что, будем кушать? Да. У нас капуста с сосисками. А и можно? Сыр белебеевский. Конечно, можно. Ты же очень коварный. Ты очень коварный. Я очень коварный. Взял и брызгал. Мы пообедали. И после обеда, вернее, в обеденный перерыв, втроем с Михалычем, быстро сходили в магазин. Я покажу. Ну да, втроем же, я же сказала. Угу. И с самокатом, значит, четвером, да? Угу. Взяли мочалку такую массажную. У нас сегодня баня будет. Полику взяли вот такие башмачки. А то она в кроссовках-кроссовках. А в этих хорошо бы с ней по огороду и саду. Так, ей взяли вот такие зажимчики. А то не могу ее заплести, как мама заплетает. Сейчас я ее переплету. Дальше. Вот такие резинки. Тоже Поле. Ну и Ксюшке тоже достанется. Шарики. Да, Поля? Угу. Вот это я попросила. Попросила. Радость, да. Вот такие. Вообще мне надо было магнит косметики. Пакеты всякие разные. Я зелень настригла, а пакеты закончились. Дед у нас присмотрел ложечки маленькие. Эй, и вкусные. Вот они маленькие. Так, а сколько он взял? А что? Две штуки, что ли, взял? Угу. А, их по три штуки здесь. Да, шесть штук, все правильно. Думаю, неужели две штуки взял? Ага. Мыло в баню вот такое взяли. Фруктовые. И себе взяла вот такой. У меня будет тоже попросила шесть. Угу. Гарнир. Активный контроль. Дезодорант, антиспирант. Антиспирант. Ну, вы поняли, короче. Ну, все. Вот такие наши покупочки. Поля сидит, нажимает на арахис в шоколаде. Кстати, красный октябрь очень-очень вкусный. Нежный шоколад такой молочный. И не твердый орех. Вкусно, да, Поля? Угу. Угу. Ну, ладно. Все, буду убирать со стола. А, ну и Михалыч купили вот кофе по акции.
Вот такую зелень я смесь сделала. Здесь лук и укроп. Я лук ни разу не морозила. Посмотрим, как вместе сделала, потому что я убираю лук из теплицы. И вот надо мне его как-то сохранить. Раньше, я помню, с мамой мы солили лук. Но как-то мне соленый не очень. Я думаю, что можно и замороженный делать. Но попробуем. Его не так тут и много. Попробуем. Такие пакетики сделаю небольшие и в морозилочку. Что делаешь? А что это? Что за задание? Ну-ка объясни. Собрать указанное количество клеток в направлении стрелочек и посмотри, кого можно встретить на улице только зимой. Или снеговика, или Дед Мороза. Я тут рыбу размораживаю, зубатка называется. По-моему, она при приготовлении расползается как-то. Ну, не знаю, что получится. А Поля тут пьет. Что пьешь? Кисель. Кисель пьешь? Какой? Из черники. Однако он вкусный. Угу. Судя по твоему лицу, счастливому. Вкусно, да? И лоб в киселе, и нос в киселе. И руки в киселе. Вся в киселе. Ну, вкусненько, да? Ну, отлично. И Михалыч заказал еще жареную картошку на обед. Ой, на ужин. Ты что там опять глазами? А тебе пельмешков отварим. Ура! Радость будет. Радость будет? Большая радость. Угу. Вы, если хотите быть радостными, то лучше сварить пельмени. Ну вот, будешь сегодня счастливая. Мы будем картошечку с рыбкой кушать и с огурчиками. Михалыч соленых захотел. Огурчиков. Ужин был запланирован. У нас вот рыба жареная. Кстати, ничего, она не разлезлась. Нормально. Варю картошку, не жарю. И Тёма с Катей приехали. И привезли рыбу. Я даже не знаю, как она называется, кто это вообще. Потом спрошу. На мангале будем делать какой-то лимонный перец, индана, приправа к рыбке. Тенько замариную ее, на стейке сделаю. Катя там уже заправски рубит дрова, мужики подкачивают колеса. Колеса у них спустили. Ну все. Ребенку варю, ребенкину радость, как и обещала. Рыба уже на мангале. Детки пошли мыться, в баню отправила их. Я говорю, я сама пожарю. Все, картошка готова. Салат готов. Скоро будем ужинать. Ну, у нас стол какой получился на скорую руку. Рыбка на мангале. Рыба на сковородке в кляре. Полькины пельмешки. Говорит, буду ждать гостей. Салат свежий. Перчик, сыр, соленья. И грех не выпить при таком ужине вина. А здесь у нас шашлык. Это нас соседи угостили. Они сегодня шашлык жарили. У них огромный-огромный мангал. Вот. Так что у нас сегодня пир. Попробуй, тут скинь килограммы. Ладно. Даем сегодня себе слабиночку. Время уже 9:00. Приятного аппетита, кто с нами вдруг ужинает. Заходите на огонек. Заряжается стремительно. Ты чё там? Циклов заряд-разряд больше в несколько раз, чем... Мы с Полей пошли проверять. Ой, а чё пар идёт изо рта, Поля, смотри. Ну-ка. Пошли посмотреть, как у нас уточки спать легли. Всё ли у них в порядке? Ой, что за звуки? Страшно тебе? Да это у соседей дверь какая-то скрипнула. Все, проводили мы Артема с Катей.
Наелись, как тузики. Ну-ка, уйти. Ой, они сейчас разволнуются, что на них светит. Да? Все нормально. Ути, это нормально. Вон они, просто да, свет. Кучкуются. Надеюсь, не замерзнут. Ну так-то уже тепло, да? А луна какая? О, какая луна! Ну правда, пар будет там, видно, нет? Там прям немного посветлее, далеко, только так светло. Да. Все, пойдем. Ну, да. Буду посуду убирать. И спатеньки ложиться, да? Завтра мне рано вставать надо. Брить так, чтобы... Что? Возможно, так, чтобы мы были под луной. Так мы и так под луной. Всегда. При том, что... Да. Конечно. Но ты же всегда ее сверху видишь. Большая. Да. Ух ты. Ну все. Всем спокойной ночи пожелаем. Спокойной ночи всем. И до завтра. Угу.